Под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова состоялось совещание по развитию имеющихся транзитных возможностей в Азербайджане. В мероприятии участвовали официальные лица, руководители профильных министерств и государственных компаний. На совещании были проанализированы текущие ситуации и прогнозы в сфере международных грузоперевозок, обсуждены правовые, административные и технические вопросы по расширению пропускной способности Азербайджана по всем категориям грузов, а также повышению экономической эффективности в сфере грузоперевозок.